Коуч, Гоуст, прием, выходите на связь. Кто-нибудь меня слышит? Их нет, Соул. Шепард убил всех. Я пытаюсь к вам пробиться. Шепард нас предал. Предают тех, кто доверяет. Я никому не верю. Николай, прием, засек координаты. Да, я уже на подходе. Но я не один. С одной стороны люди Шепарда, с другой люди Макарова. Придется с ними разобраться. Или дай им перебить друг друга. Что ж, тогда до скорой встречи, мой друг. Этот канал ты слушаешь, и сейчас ты меня слышишь.
Мы оба знаем, и ты, и я, что тебе и недели не продержаться. Тоже о тебе. Макаров, ты слыхал такую пословицу? Враг моего врага, мой друг. Прайся, надо ты узнаешь, что этот принцип работает в обе стороны. Шепард держит точку Хоутел право. Ты знаешь, где это. Ладно, встретимся в аду. Давай приедем за Хаем, если будет там первым.